поддерживаем с Азербайджаном отношения, развиваем их в различных сферах: политической, экономической, гуманитарной. Это близкий нам народ, это народ, с которым нас до недавнего времени объединяло общее даже географическое пространство в рамках единого государства. Связи не только были, остаются, они и будут, и они будут развиваться. Я, честно говоря, не увязываю, и не только я, а в принципе наша страна не увязывает отношения, которые мы развиваем с Баку, с Азербайджаном, с народом этой страны, с какими-либо другими факторами, международными факторами. Они для нас самоценны. Естественно, мы, обсуждая с представителями этой страны международную повестку, региональную повестку, безусловно, обсуждаем и проблемные вопросы, но это абсолютно нормально. Их никто не замалчивает. У нас доверительный открытый диалог.